Всем привет! С вами канал Стофити, и я ваш любимый Санечка. У меня сегодня день рождения. Сегодня 19 июня. Ура, ура, ура! Поэтому у меня сегодня день рождения. Уже старый пердун. 46 лет. Ёпа-мать! Это как красная девица. И мы выехали на природу. Находимся на озере. Называется он Каштан. Вот. Рыбачим. Клёв такой вяленький, но есть клёв. Поймали где-то штучки 4 сороки. Вот, довольный. Ну и сидим немножечко, отдыхаем тут и выпиваем, все подряд делаем. Ну, в общем, смотрите. Я думаю, вам это все понравится. 19 июня, а мальчики у нас в зимних куртках. Очень сильный ветер. На небе не облачко, но ветер больше 7 метров. Из-за этого у воды очень холодно. Колдую, колдую! Птички поют. Красота у нас. Коля тянется рожину. Молодец! Ой, на этом наша рыбалочка на сегодня заканчивается. Саша несет показать улов. Ну, это все сорока, конечно. Санька, ты доволен? Ой, пипец. Хорошо, скажи, красиво. Наловили от души. Вот так, сколько у нас сырья в этот раз. Все довольны. Собаки будут накормлены. Все накормлены будут. Собаки будут накормлены, коровы отдоены, вот. Бабы все вы. Ой, красиво говоришь. В общем, у нас рыбалка получилась.